День добрый, партнеры, Ритм из Украины. Я хочу задать вопрос Лесе, которая приехала за 1000 километров в Киев на большое мероприятие с компанией ЛР. Лесь, тебе большой-большой респект, мой поклон. Ты вообще большая умница, ты приехала за такое большое расстояние. Ты можешь поделиться своими впечатлениями, эмоциями? Что ты здесь увидела в Киеве? И, ну, пару слов буквально. Ну, дівчина, моя дякую рекомендація. Я треба просто бачу, що це дуже емоції, дуже школа і дуже вижені світи зерно. Наприклад, варто було приїхати, познати, побачити і просто достатньо енергії для ситуації. Нам надії, що поїдемо тут слова разом, це буде дуже швидко приємно. Тобто, дінки варто дівчинам, дінки варто її, дінки варто всі, і так же безпідно жмити. Супер. Самое, самое, самое. А за четвертый? Супер. Леся, скажи, пожалуйста, ну я так половину понял, скажи, пожалуйста, у вас будет большое мероприятие. Я знаю, что на это мероприятие приезжает Хольгер Куна. Это чек номер один в ЛР, и это большой человек, которому, ну, нам не посчастливилось еще его лично увидеть. У вас будет такая возможность. Что ты планируешь, каких людей ты планируешь привести, какое количество людей? И что ты хотела пожелать своим партнерам в связи с таким мероприятием? Ну, могу сказать, что на нас не зазужат, это просто пьяное, наши партнеры. Ну и мама сказала, так же, что просто дуже забачили, еще поздно, еще не так много. Но и мама говорит, что может в этот момент увенцы, еще по этому моменту стала эти день садаться. Так же, еще Супер, спасибо большое. Еще раз, я очень рад, что ты приехала к нам в Украину. И, конечно же, мы будем рады приехать к вам в Польшу. Ну, запросили вона до нас, і як найбільше чекаємо, якщо не познати, ну, ріжні там Діжон, Маженка, Кася, Калодіна, Джегош, як найбільше чекаємо Сергія, Вікторія і наших спонсорів України. Так, що ми ще за Україну.